Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Так, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Фаворит Нон-РП. И да, эта серия выдается админкой, и в скором времени их больше не будет выдавать, поэтому успейте зайти и получить свою админку. Все, кто был, у них админка останутся, а кто не успел получить, тот уже будет играть без админки, короче, поэтому успейте. Здесь вышел новый модпак, просто я посмотрел скрины, пацаны, это просто бомба. Я реально хочу посмотреть. Да, снимаю. Ебать, тут подписчиков сколько моих. Так, давайте тпхнемся в банк, наверное. Так, важные места, банк Южного. И проследуем автосалон в первую очередь, но нам нужно, по-моему, дом найти, да. Давайте тп к ФСБ, там, я помню, сюда дома есть, короче. Возле ФСБ всегда есть дома, поэтому бежим туда и покупаем себе квартирку, потому что, блядь, за квартиру разве что надо платить, я просто не в курсе. Передай привет, Глеб Флорен. Передал. Здесь можно делать все, что угодно, пацаны. У меня здесь бабок, да хуя, админка самая большая у меня, по-моему. Так, ёбаный в рот. Ёбаный лимузин, нахуй. Я хочу сесть. Ёбаный... Это как, блядь? Это нормально? Ебать, вы видели этот лимузин просто? А, чё? Чё написал? Подарить дом, плюс. Да, дом мне как раз и нужен. Так, гоу за мной. Окей. Хорошо, да тут посмотри, какая-то движуха. Так, конь его иди там, гото. Гото 9. Во, мне как раз домик нужен, поэтому все заебись. Все просто замечательно. Блядь, лимузин, пацаны, это пиздец просто. Модпак такой охуенный, но я хочу в автосалон быстрее, потому что там такие тачки. Вы просто, блин, даже себе не представляете. Реально, вы просто себе не представляете. Какие там просто тачки, блядь. Это просто пиздос. Кстати, команды, вот, а help пишите. У меня 9 уровень, по-моему, да? А у меня есть вообще донат. Донат. Пиши бай. Окей. Сейчас пропишем бай. Все, я купил. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, а чё по админкам? Блять, вот чувак бэху спалил. Вот нахера ты её спалил? Так. Донаты. Донаты. Давайте посмотрим донаты вообще. Донаты. Так, у меня есть 1000 рублей. Так, админки. А, батя стоит 3000 рублей. Окей, ладно, я просто спецадмином буду тогда. Теперь тпхаемся точно к автосалону и покупаем новые тачки. Так, у меня есть машины вообще? Силкар. Давайте все попродаем просто, потому что вышел новый модпак, и я хочу все новое себе. Все, я все тачки попродавал к херам просто. У меня бабок очень много. Я хочу новые тачки, потому что, блин, модпак здесь реально охуенный. Реально... Просто охуенный модпак. Так, погнали, короче, сейчас быстренько посмотрим новые машинки, потому что я просто хочу посмотреть. Я просто модпак увидел, картинки именно модпака, это просто пиздец. Серьезно. Так, вот новый мерседесик, вот такой вот сексуальненький, короче. Ауди, блин, какая соска просто, блядь. Жалко вертеть нельзя ими. Так, супру я видел, по-моему, раньше была компеечка какая. Ох, блин, сасная. Но мне интересно другое. Так, это я видел. Rolls-Royce. Кстати, да, Rolls-Royce у них есть. Ебать. Нормально, чё. Вот это бэха. Я хотел бы её глянуть. Хотя, стоп, это, по-моему, это не та бэха. Стоп. Феррари вот новую, кстати, добавили. Вот такую вот. Феррари FF. Так. Мне подарили в очередной раз дом, но надо будет за него заплатить, кстати. Так, крузак. i8. Ну, i8 уже зашквар, пацаны. О, Раптор есть! Вот эта тема, блядь. Раптор, блин. Так, есть вот такой комарик, смотрите, красивый тоже. Просто охуенный. BMW 5.60, ну это само собой. Самая охуенная машина в мире. Так, GTR. Ну, блядь, вот это, кстати, GTR лучше поставьте, лучше обычный. Этот бампер такой ублюдский, просто отвечаю. Так,
Нет, тоже. Этот, по-моему, тоже новый бэха. Или нет? Бля, где бэха, какой я хотел посмотреть? Стоп. Что за прикол? Так, додж. Вот она, вот она, вот она, малышка просто. Вот и красавица. Так, надо ее какой-то цвет такой яркий. Такой не очень яркий, чтобы он был, но и нормальный. Не, ну розовый это перебор будет. Я хочу серенькую такую. Блин, либо красную просто купить. Я тут просто не знаю, какой цвет ее даже... Вот, такой цвет неплохой, кстати. Темно-синий. Блин, ну, самый более-менее нормальный цвет идет вот это. Давайте ее купим. Так, игровая валюта. Вот, 35 миллионов она стоит. Да, похуй. Нормально. Так, ну, этого нам мало будет. Так, этого нам будет мало, поэтому... Надо еще одну тачку купить. Я хочу Раптора еще купить. Просто Раптор меня реально... Я, сука, только у МТА Раптора видел. А вот здесь никогда не видел. Так, кстати, давайте посмотрим, что в конце есть. Так, вот поэтому, по-моему, вот этой тачки не было еще. Модпак у них прям годный, блин. Кадиллак, Кадиллак, блядь. Ёбаный свет. Блядь, я хочу Кадиллак. Так, Кадиллак. 7 миллионов вообще Кадиллак стоит. Я себе просто хочу Кадиллак и все. Мне похер. Я хочу себе Кадиллак. Кадиллак это топ, блин. Просто добавили все тачки, какие я всегда хотел, чтобы добавили в КРМП, блядь. Просто респект реально модпакеру, там, кто его делал. Так, вот BMW, нам нужен Раптор, короче, Раптор, Раптор, Раптор. Я хочу именно Раптор, Раптор такой пиздатый тоже. Давайте его купим. Раптор реально очень охуенный, вот он, вот он, вот он. Так, я хочу желтый. Вот такой желтый, блядь. Да блин, нахуй надо. Так, стоп. Есть, все. Во, блядь, ебать тему просто. Я просто в ахуе. Бля, хрэк, пацаны, аккуратненько не тпхайтесь. Просто, пацаны, Раптор, блядь. Это же такая тема просто. Блин. Я просто кайфую. Блять, уже фары, да, по дебину включаются? Типа Энгина, типа, или что там, Энгина. Как они там фары включаются, я забыл. А, Ликшт, Ликшт, Ликшт. Ликшт. Во. Вот эта тема, блять. Вот Раптора, сука. Самая охуенная просто машина, блин, из джипов. Не, ну, блять, не самая охуенная, но он такой, блин, красивый просто, Раптор. Это просто жесть. Это просто жесть. Пишет, это он, ебать. Лол. Ебать, Раптор охуенный просто. Я реально в шоке. Раптор просто соска. Реально, увидели, как пуль, кстати, поднимается? Ну, прикольно, так пуль поднимается. Ну, блядь, ну это Раптор, пацаны. Это классика. Это просто тема, блин. Я реально просто в шоке. Раптор просто охуительная, самая охуительная машина в мире просто. Ну, не в мире, ну, блядь, я отвечаю, что-то... Я так хотел дома Раптор в КРМП, блин, вы не представляете просто. И они добавили Раптор, блядь, это просто охуенно. Так, я тпкнулся домой, и, по идее, должны мои тачки здесь же парковаться. Так, фикс кар. О, да, детка, просто. О, да. Так, Кадиллак, здесь Раптор есть и Кадиллак. Блять, это просто топ. In the top. Только эту команду просто наводить, Ликшт. Не, ну это все равно топчик, пацаны. Это реально просто топчик. Топ всех топов просто. Так, давайте еще фикс кар. Хочу просто заскринить все тачки эти. Так, стоп, вот эту на тачку заскринить. Так. Ликшт. Блять, эта бэха тоже сочная такая. Ебать его в рот, вы видели просто? Это что за хуйня? Вы видели это НЛО, блять? Это что за приколы? И Раптор, вот, Раптор, конечно, это самая лучшая тачка просто. Я на нем буду постоянно ездить, наверное. Раптор это тема. Просто Раптор это реально тема. Вот на нем, блядь, можно куда угодно просто хуярить. Просто хуярить и все. Реально, это просто круто.
Ладно, пацаны, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.